Реклама – двигатель торговли, но порой предприниматели настолько увлекаются продвижением товаров, что своими вывесками только портят городской облик. Представители администрации Химок совместно с сотрудниками отдела рекламы и членами общественных организаций провели рейд по выявлению незаконных информационных вывесок на железнодорожной станции «Сходня». У них размещена информационная конструкция в настоящее время. Это объемно-световые буквы на подложке. Данного вида конструкция, она запрещена действующим регламентом. Многие вывески не соответствуют современным стандартам. Еще одна проблема – аудиореклама, доносящаяся практически из каждого ларька, в связи с чем поступают неоднократные жалобы от жителей. Хотелось бы добиться комфортной городской среды и чтобы на станции было приятно находиться. Ну а без связки с администрацией это, конечно, невозможно. Решение – это закон Российской Федерации, который предприниматели, к сожалению, нарушают. Ну и в наших силах, я считаю, это заставить их соблюдать закон. В ходе рейда было обнаружено около десятка торговых точек, где незаконно размещены информационные вывески. В ходе проверок выявилось несколько нарушителей, на которых мы составили извещение для того, чтобы они явились в отдел рекламы и получили акт об административном правонарушении. После этого им будет выдано предписание на устранение всех недочетов. За незаконное размещение рекламы предусмотрены штрафы в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Также владельцев магазинов в ближайшее время обяжут избавиться от несогласованной рекламы.